Никита отыграется. Поехали. Напоминаю вам, что счет после первой партии 1-0 в пользу Руслана и Сицилианка. Ну да, вариант Павелсона. Павелсона, да, без коня. Сцелянка закрытая. Вот, и что? Какое у тебя было впечатление от первой партии? Первая партия, как я уже сказал, достаточно уверенная победа Габитова черными. То есть весьма неожиданно. Так, что это такое? Как защищать пешку на d6? Ну, ладья f6, убогий ход, конечно, не хочется. Там еще слон g5, ладью на e6 придется ставить. Fe, Ну, может быть? вроде бы d5 можно провести. Мне так кажется. d5 или fe? Возможно, еще есть a6 ход. И на конь d6 как-то слон e6 там. И потом b5. А вот так вот, смотри. Ну да, это понятно. На взятие... Так, что это, жертва пешки? Ну да. То есть, ну, он планирует, я так понимаю, сыграть на то, что кони запутаются белых, возможно. Ну, хотя сейчас я не вижу просто на конь b5 что. Ну, там видишь... Ой. Слушай, ну Никита начал ярко играть в этой партии. Пошел Не, ну, поставить мат. он понял, что у него просто хуже, то есть, и если он не поставит мат, то будет похуже эндшпиль, где ему выиграть вряд ли удастся. Да, и интересное у нас противостояние. Интереснейшее, я бы сказал, да, какой-нибудь b5 сыграно. Так, может быть, слон h3? Слон h3 можно пойти, да. Ладья d8, слон c4 грозит сейчас. Ну, этого явно зевать никто не будет. А, такой момент, что на ферзь e2 там будет h6, и потом на отход коня будет ход f3. И, то есть, на слон f3 там конь d4 с выигрышем слона. Поэтому ферзь e2 ходить нельзя. Слон d2 тоже хода нет. Кстати, нужно понять, как ходить. Ну, может, какой-то ход конь a3 просто. Защитили на c4. Может, вот конь c3. А, ну, можно, да, защитить на d1 просто. Конь d4 сразу. Ну, вот теперь уже f6 подграживает. f3. Ой, f3, да. Кстати, может, не так уж прям. А может быть, на f3 слон h1 и все? На f3 слон h1, да. Возможно. Но там как-то слон f3, слон g2, возможно, будут идея. Я не знаю. Я думаю, может, слон h3, то есть слон g2. Я думаю, может, черным начать со слон h3 лучше. При случае побить fg, там, и поле на f3 слабое. Там, или сдвоится по линии f ладьями. Ну как-то смотри, Руслан просел по времени. Вот на моей практике я ни разу не видел, чтобы Никита вот уж настолько сильно имел перевес по времени. Ну, Никита понял, что Руслан играет достаточно быстро и сам начал играть быстро. Ну, а пока тут... это пока без пешки, но за компенсацию. Ну, компенсация и полторы минуты лишние, это тоже серьезная компенсация. Там в блице минута лишняя, это как пешка, там я слышал выражение. Так, ну, сейчас... F3. Слон h3 логично выглядит, ну там слон h1 отойдут, правда. И потом как-то h5 может, не знаю. Так радостно. Ну есть какие-то время подумать. Нет, сразу g5. Сразу идем мат ставить. Идея g4 подорвать, я так понимаю. А если сейчас сломить g4 белое? g4 там как-то... h5? Наверное, h5 пойдут. Тогда h3, возможно. Нет, сразу жертва. А, он слона жертвует. А, ну, кстати, интересно достаточно. Стоп, а на что F... на FG? F3? F3? Там, и на отход слона ферзь g4. Ферзь правда, g4. Может это... А на отход на h3, так последует h5. Думаешь, на h3 h5? Нет, смотри, вот так вот. Ну, на слон h3, я имею в виду, последует h5. А Руслан решил просто отдать, вернуть фигуру. Ну, это, наверное, логично. Ну, не сказал бы фигуру. То есть, сейчас уже материальное равенство на доске, а атака у черных сохранилась. Сейчас конь g6, конь h4 идет какой-то. Конь f6 есть какой-то. Ой, конь f3 есть какой-то удар у черных. Не знаю, конь f3, ну просто съедят на g2 вроде бы, ничего страшного. Ну, хотя есть конь f3, там король g2, конь h4. Ну там вроде бы не видно ничего конкретного. Белый конь идет на f5, хочет прикрыть линию f, там пешку g4. Надо было, наверное, коня через g6 вести на f4. Ладья f3 достаточно странный ход по виду. Там она может подзависнуть. Хотя конь идет на h4, да, нормально. Хотя конь f5... А, вот так вот. На конь h4, там ферзь g4 последовал был. Так, здесь выбили. И ферзь... А, клетка для ферзя на d4 освободила, смотри, с темпом. Да, на самом деле. На ef там ферзь d4, ферзь g4 было. Так, ну здесь уже убийство. Ну, похоже на то. Ну, можно элементарно на c2 съесть, и все угрозы сохраняются, по-моему.
Ну да, наверное. И еще времени просто, ну, очень много лишнего. Хотя там, если на C2 съесть, там как-то слон G5 вроде. Еще не ясно. У белых тоже какие-то. Мотива. Да, скажем так. Ну и что, что делать-то? Задумался Никита. Пока у нас материальное равенство на доске, но... Есть какой-то ход ферзь C2, слон G5, там ладья H3, например. А, вот так А. вот, смотри. Ферзи А, Ник поменялись. Никита. Сейчас. Ладья C2, конь F3, да, тут перевес у черных. Да, эндшпиль. Эндшпиль с Еще перевесом. сейчас на H2 съедят шахом. Скорее всего. Нет, сначала на b2. Можно B2. Ну тут большая активность, не о чем говорить. Не, ну активности сколько? 6 пешек на 4. Сейчас еще просто пешка H или G пойдет, да. Да, две связанные проходные пошли в ферзи. Просто от G2 защиты нет. Да, и просрочил время Руслан. 1-1. Обменялись соперники Причем победным главное, по-моему, черным цветом. обе уверены, оба противника выиграли достаточно уверенно черным цветом, что, как мне кажется, достаточно нетипично. Всем спасибо за внимание. Ждем третью партию. Болеем за своих и так далее.